Sigur că можно. Дорогенькі жіночки, робимо собі коханим подарунок. Замовляємо відпочинок з харчуванням. Море, сонце, краса, перлина Карпат, Федотова коса. Телефонуйте 050 990 30 30. Трехместные, трехместные, двухместные. На любой состав семьи, с которого вы приедете. То ли это будут друзья, то ли ваши коллеги. Поэтому мы выбрали перлину Карпат. А вот, друзья, собственно, и сердце этого заведения, потому что здесь проходит, ну, я, как по мне, я еду всегда отдыхать в гастроту. Так вот, фишкой этого заведения является то, что здесь питание включено в стоимость проживания. А какое питание? Это не простые, как тут говорят, комплексные обеды. Здесь 14 комплексов. Кроме этого, есть расширенный список всяких блюд, которые вы можете дополнительно заказать, там вполне за адекватные деньги. Цены очень лояльные. Друзья, смотрите, вот это комплексы, о которых я вам говорил. Завтраки, обеды, ужины. То, что входит в стоимость проживания. А вот это отдельно. Напитки, еще еда. Друзья, каждый день блюда с мангала входят даже в базовые комплексы питания. Друзья, теперь перемещаемся от нашего кафе к морю. Море, чтобы вы понимали, 50 метров. То, что переходят в неположенном месте. Тут ГУНПшники стоят, ты понял? Похоже. И второй, иди сюда. Доброго здоров'я! Доброго дня! Здрасте. Старший сержант Пипко. Кто-кто? Пипко. Пипко? Пипко, да. А как в этом можно убедиться? Посвящение есть. Игорь Алексеевич. Пипко Игор Олексійович. 2044608. ГУНП? СРПП. Ну, ГУНП, какая разница? Доброго дня. Старший сержант Молик. Доставать? Будете дивиться? Обязательно. Надо ж выполнить закон о полиции 18 пункт 3. Малик Олег Анатольевич. 2057840. Вижу, настроение хорошее у вас. Так а чё? А? А чё не хорошее? Ладно, скажите, пожалуйста. Да. Зачем вы тут людей обижаете? Каких? Обычных людей. Громадян. Ну, громадян Украины, неньки Украины. Кого именно? Просто водителей. Якобы, которые нарушают, а именно, что там, якобы не уступают дорогу. И, по-моему, двигается в крайне левой при свободной правой. Крайний да? Левый при свободной правой? Пункт 11.5. Сегодня было такое? Вообще, в общем. Не, ну давай-то за сегодня. У нас смена с 9 утра. Что вчера было, я же не знаю, поймите правильно. Смотрите, вот это ж пост Золотоноши, правильно? Да. Он один у нас единственный в Украине. Совершенно верно. Вот. И мы решили приехать спросить лично у товарищей полицейских. Не, ну поймите правильно, якщо за себе, я вам отвечу. А за когось другого, я ж не знаю, які там ситуації були, що там составляли і тому подібне, понимаете? Якщо це сьогодні було, я вам об'ясню, то есть не вопрос.
Ні, ну а я... Якщо це там вчора, позавчора, місяць назад було, ви отримали цю інформацію і вирішили перевірити. Пойміть правильно, я ж вам не можу сказати, що там було. Бо я цього не знаю. А ви нас чисто случайно побачили? Чисто случайно побачили? Ні, ну десь, мало ли, є ж люди десь заблудилися. Ні, реєстратор кудись, чи цей, навігатор кудись повів, розумієте? Бачу, ви раз стали тоді, під'їхали. Транспортний засіб. Тобто, все ж таке. Що, що, що? Транспортний засіб без номерного знаку. Як без номерного знаку? Спереді. Як без номерного знаку? Вийдіть, подивіться, будь ласка. Давайте вийду, посмотрю, що ж тут. О! Я говорив, що щось упало. А був у касеті? Да? Наверно, я ж. Ну що, це постанова, правильно? Ну, несіть постанову, зараз будемо туди писати. Ну а що? Надо, надо привлекати. Ну як, як? Як так? Вот это без номеров ездить, это, ну, это не, не есть хорошо. Надо привлекать. Будете писать? Та попереду. Я думаю, цього, коли вже у вас таке случилось. Смотрите, в КУПАПе 125-я сюди не йде. Ні 22-я. Ні 26-я сюди не підходить. Як по-людськи, то. Що, мені як? Якщо по-людськи, ні, як, по-людськи, як до вас обращатися? Вадим. Вадим. Дивіться, Вадим, коли таке случилось, це ж не обов'язково зразу почався. Ні, смотрите. Перед законом равны всі. Я так не вважаю. Вважаю. Ні, Вадим, дивіться, якщо навіть чоловік ось сюди в дорозі. Так в законі прописано, в кодифіцированому КУПАПе. Знаєте ж КУПАП? Знаєте ж КУПАП? Знаєте пункт 2.9В? Що там написано? Експлуатація транспортного засобу з знаку заборони. А я вам докажу, що вона розрішена. Ні. Забор. Ні, ну дивіться. Да, дороги ще в нас не ідеальні. Ідеальніше. Черкаська область. Ні. Я проїхав всю ідеальність. Ну ви ж до Черкаської області доїжджаєте, то всяке. Я по всім Черкасам проїхав, по всім. Давай. Буває, що чоловік загубив. Це ж ви не то, що сознательно вже катаєтесь там. Правильно? Всяке в дорозі буває. Бувають неісправності. Буває все, ну тільки виходить так. Той чоловік, який ну, не знає, допустимо, ну нічого, а вам потрібно його перевірити. Звісно, ви перевіряєте. В смислі? В якому смислі не знаєте? Провірі. Ну як, ви ж не можете відпустити, от ви що, мене зараз... Отпуститесь, а может это машина вовы, а может это двойник, а может я бухой, а может я наркоман. Нет. Да ну как нет? Может я себя так веду? Вадим, я же тоже трошки дивлюсь интернет, ютуб. Все, я понял. Друзья, как и обещали, пост Золотоноша, инспектора у нас в принципе адекватны, не знаю. Видите, уже сами сказали, что они смотрят и понимают, что будет происходить. По поводу того, что здесь кошмарят, тут такого нету, правильно? Ну мы не... стояли, наблюдали. Ну мы сколько постояли, чуть-чуть буквально. И, насколько я понимаю, это незначительное нарушение, если вдруг у вас отсутствует номерной знак. Но если у вас не будет двух номерных знаков, это уже, я вам могу сказать, что я вам уже официально заявляю, что это нарушение и эксплуатация транспортного заборонено. То бишь передвигаться без номерных знаков заборонено. Хотя я тоже выйду из этой ситуации, я знаю просто, как выйти и что написать в пояснениях, если будет розыск справа проводиться. На данный момент мне сделали предупреждение. Предупреждение. Двери закройте, агол. Агол. Уважаемые пассажиры. В общем, как-то так. Друзьяки. Вы знаете, что делать. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ну а мы погнали дальше. У нас еще много городов по пути. Все, всем пока.